Ребят, у нас проходят съемочки сейчас. Да, пару слов. Но я решила помыться перед съемками, наконец, спустя месяц. Сказывай какие подробности. Потому что я могу тоже кое-что сказать. Что спустя месяц я помыла голову. Но есть люди, которые побольше не моют голову. Маша, ты выставишь? Мне страшно. Самая красивая вампирша. Точно в свете бриллиантов. Я покажу, как делать не надо. Детка, сколько стоит твоя правда? Скажи, сколько стоит твоя правда? Камни так блестят, это все пустяк. Купюры шип... Дай дым, Лен! Я дам дым, Лен! Знаете, что произошло? Я всем вот рассказываю. Вчера вот этот вот ремешок меня чуть не задушил. Он просто кожаный, очень плотный. Я пыталась его снять и потянул не в ту сторону. Поэтому мне нельзя доверять. Я могу убить сама себя. Ага. У вас что, у всех одна рабочая сторона? Да, в том-то и дело. Я могу спеть. Давай. И как вам вообще эта группа? Знаете, нравится, нравится. Есть что-то, сок какой-то вот такой есть прям, да. Беру, беру, беру. А здесь мы будем снимать. Я тут параллельно еще шью себе штаны новые. Ты так бедна, будто на тебе порча. Я трачу тебе пачки нарочно. Я поймаю взгляд порочный. Мой шепот прозвучит так пошло. Осторожен, будто я миллионера дочь. Проведем ночь, но это не... Я тону в свете бриллиантов. А ничего, что ты была уже в клипе в этих очках? Ну и что, пускай запомнит. Эти очки и тот клип тоже. Просто нереально. Скажи, сколько стоит твоя правда? Мама. Это видео специально знаешь, для тебя. Знаешь, что нужно? Вы снимаете? Это видео специально для тебя, мама. Чтобы они... Мама, здесь. Ребята, я на каблуках. Дайте там убрать, надо отодвинуть. У нас тут съемки вообще-то. Я тону в свете бриллиантов. Я покажу, как делать не надо. Детка, сколько стоит твоя правда? Скажи, сколько стоит твоя правда? Вот и все. Следующий блок я буду читать миссию.